Всех приветствую, 28 марта 2024 год. Приехал я на один из новых таких пляжей, который появился вследствие подрыва Каховской ГЭС. Думал, здесь, конечно, будет больше воды, но не думал, что тут уже вот так вот. Просто люди заезжают именно автомобилями. Это вот прям напротив Разумовки. Когда здесь был последний раз, здесь вообще никого не было. Тут просто так. И люди вон приехали погулять. Видимо, активность какая-то есть. Раз тут так место такое рабочее. Я вот не знаю, после, знаете, вот вылива всяких попаданий нефтепродуктов после атаки на Запорожскую ГЭС, экологи там сделали свои какие-то заключения, что нефтепродукты попали-то в реку Днепр. Я как-то, знаете, особо не готов в этом году, честно, даже и ноги свои тут мочить. С учетом того, что еще показывал недавно, был этот мор каких-то карасей. Ну, короче, картина такая. Экология в Запорожье, она и была-то особо не на топ уровне. А сейчас, я думаю, что вообще. Ну что, люди ловят рыбу. Теплый ветер. А вот там еще когда-то была баржа, но ее всю на металл унесли. Все, подписывайтесь на канал. Бережите себя, своих родных, здоровья и мира.